Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар Плюс. Желаю всем удачи. Подпишитесь на канал Технобар Плюс в YouTube, в Telegram. Желаю приятного просмотра видео. Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня у нас очень быстрая, очень интересная разборочка такая. Вот, собственно говоря, двух гаджетов. Кто понял, что это такое, каждый из гаджетов, я прошу вас написать в комментариях, друзья. И также прошу вас подписаться на канал Технобар Плюс, на платформе YouTube и на платформе Telegram. Там много интересного, друзья. Итак, рассказываю, что где. Ну, это простой сегодня фонарик. Давайте посмотрим, из чего он состоит и как он работает. Это раз. Работает он, ну, разберем его, естественно, попытаемся максимально, да. Да или нет, получится или не получится, не могу вам ответить, друзья, потому что, ну, есть определенный нюанс. Здесь же разберу. И самое большее, это в этом, это у нас получается джойстик от виртуальной игры. Я не знаю, рабочий он или не рабочий, без понятия. Игра называется Power A. Вот, работает он или нет, я не знаю, друзья. Ну, надо попробовать. Опять же, на барахолке это досталось мне бесплатно. Смотрю, тут уже нет трех саморезов. Вот как-то так, друзья. Ну ладно, давайте будем разбирать. В любом случае, вот этот шикарнейший шнурок желтый я однозначно заберу себе под наушники. Под наушники вот эти вот, друзья. AirPods и прошки. Однозначно шнурочек туда пойдет крутой. Итак, давайте проверим, работает он или нет. Тут батарейки одна вот, а вот и вторая. И посмотрим, будет ли эта тема вся работать или не будет. Так, я сказал, вставляйся. Так. Ага, друзья, он даже работает. Ну, у меня приставки, к сожалению, нет. Возможно, какие-то звуки будет издавать. Нет, ничего, никаких звуков нет. Тут что-то мигает внизу. Кнопочку зажал, нажал, ну и все. Как бы на этом все. Ну, мигающие кнопочки, тут видите, ID идет у него даже, ух ты. И кнопка синхронизации, коннекта. Звука никакого нет, несмотря на то, что я смотрю, динамик, по-моему, есть. И тут... Что-то должно работать, но оно не работает. Короче, как-то так. Тут еще, помимо всего, есть какая-то непонятная зарядка. Вот. Сейчас я, наверное, шнурок сразу же отвяжу. Забираю его, шнурочек. А, собственно говоря, однозначно он на наушники пойдет. Я такого шнурка еще не видел. Вот. Здесь что у нас, друзья? Давайте сейчас это все дело, наверное, я уберу. То есть батарейки я убираю сразу же. Дооткручиваем болтик. Кто-то открутил, но это не я, сразу вам говорю, друзья. А это 100% не я был. Там какой-то саморез, непонятно, он не откручивается или что. Так, друзья. Как-то он сложновато откручивается. Ну ничего, будем брутальным методом по старинке, как говорится. Ага, видите, да, как тут все устроено. А динамик, кстати, рабочий, он целый. И он целый, да. Так. А ну сейчас попробую с батарейками, как красиво оно, некрасиво будет моргать эти батареечки. Так, как говорится. Угу. Ух, прикольно. Слушайте, вот эти особенности. Неоновые такие. И эти. Небесного цвета такого. Слушайте, классные штучки. Но нам это не нужно однозначно. Поэтому делаем вот так. Видите, да, тут конденсаторы. Тут для батареечек. Процессор какой-то вот здесь 100% интегрирован. Его не перепаять. Ну вот как-то так. Вот такой джойстик у нас от игрушки. И в итоге с этого джойстика мы получили вот такой крутой шнурок оранжевый. Я его простерну, и будет шикарно выглядеть.
сеточки, тут вот накладочки на кнопочки, все это вы видите. Ну, довольно-таки качественно сделано, друзья. Ох, мусора тут, конечно, повысыпалось вот, знатно. Так, давайте попробуем. Если это работает, не будем разбирать. Если не работает, то разберем. Так, как тут вставляется это все дело? Сразу же смотрим. Так, походу это так вставляется. Сейчас сразу же вставляем. А вторая вот так вставляется. Угу. И проверим, будет ли работать или нет, друзья. Я думаю, что может даже и работать. Эта штучка. Так, работать-то она может и может, но закрыть что-то у меня не получается. Ага. Так, включаем. Ну, пока что-то ничего не горит. У меня такое впечатление, что, по-моему, оно как-то то ли две туда надо, вот так. Как-то. То ли наоборот. Так, друзья, ну напишите в комментариях, как вы считаете, в какую сторону тут что. Там что-то у меня аж прям заклинило. Так, вот так, если может быть. А это вот так. Ну, по-любому должен же быть плюс-минус, да? Я думаю, как правило, в таких фонариках. Ага, да, работает, друзья, ура! Работает, то есть свечечка горит так прикольненько. В принципе, тогда разбирать не буду. Довольно-таки неплохой такой подсвечничек с горящей свечечкой. Под новогоднюю елочку подойдет, я думаю, друзья. Как вы считаете, напишите в комментариях. Такая сегодня у нас разборка была, видео, что внутри джойстика игрового. Это не пришлось разбирать, ну зачем, если оно целое, хорошее. И работает, и будет еще пригождаться, как говорится, в доме. Желаю всем удачи, всех обнял.